Профессия атомной отрасли сложная, и не только для технарей. Предубеждения и мифы на этот счет развеиваются, когда с каждой специальностью знакомишься подробнее. Такую возможность ученикам 7-9 классов школы номер 12 предоставили члены городского совета юниоры Росатома. На базе учреждения прошел квест «Прогресс-атом». Первый квест, самое такое открытие, было в январе, в конце января. Мы проводили на базе музея ядерного оружия. И хотим проводить систематически в разных школах. Мы рассказываем, показываем вместе со специалистами. Ребята проходят интересные интерактивы и узнают о новых профессиях. Переработчик радиоактивных отходов, дозиметрист, криптограф, капитан атомного ледокола, специалист информационной безопасности. Обо всех этих профессиях школьники узнавали на станциях, где им нужно было выполнять задания. Ребята взламывали сайты, кодировали сообщения и измеряли радиацию. Мне очень понравилась профессия дозиметриста, потому что очень интересная тема, она очень важна, как и для нас, да и в общем для всего целого мира. Мне понравилось криптограф, расшифровывать различные послания, очень интересно. Мне кажется, не очень сложными, как пример, который привели нам. Очень понятно и содержательно. На станциях школьникам рассказали множество интересных фактов. Ответили на вопросы, чтобы у ребят было максимальное представление о профессиях. И, возможно, выбор будущих выпускников ляжет именно на них.